Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. В российском МИДе прокомментировали удары Ирана по американским базам. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары иранских ракет по территории военных баз США в Ираке. Она подчеркнула, что случилось именно то, о чем Москва предупреждала Вашингтон. Представитель российского дипведомства назвала действия США на Ближнем Востоке выходящими за рамки существующей международной правовой системы. Напомним, ситуация в отношениях США и Ирана обострилась до предела после убийства иранского генерала Сулеймани. США атаковали беспилотниками территорию багдадского аэропорта, где в тот момент находился генерал. В ответ на это убийство Тегеран нанес ракетный удар по американским базам, которые дислоцированы в Ираке. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.